Вот, СНЫД не дает никаких побочных действий. Не, ну, если аллергии только на травы нет, но нету на нее аллергии. И пьем сколько хочешь. Сколько хочешь. Ну, стакан в день достаточно, не надо целый день на СНЫДе сидеть. Но пить можно бесконечно долго или на ее основе готовить другие фиточаи. Это здорово. Работая. Работать. Да, руками меньше всего касаться глаз, занести инфекцию, трудно вылечить. Да, ну я стараюсь глаза не трогать и как вы к слезам относитесь? Из желудка это брожение у вас идет, может быть, хеликобактер. Вам надо добавить горечи, специи. Вам надо добавить специи, горечи, горькие травы. Кстати говоря, очень хорошо для зрения тоже. Девисил называется. Он хорошо эластичность сосуда укрепляет и кровообращение улучшает. Но если у вас нет давления, потому что он может, ну, немножко тонизировать вас. И вот для желудка, если у вас такая проблема, вот, то нужно горькие травы. Обычно это корень аира, это корень девисила. Вот, специи добавлять, немножко полыни было бы хорошо. Вот, то есть вам надо флору восстановить. Это так, есть такая серьезная проблема, и людям очень тяжело коммуницировать и на работе, и везде. Нет, боли в желудке нет, это, ну, уйти от сладкого, уйти от хлеба, все, что вызывает поражение. Минеральную водичку пить, только в небольшом количестве. Натощак можно там 100-150 грамм выпить без газа. Если низкая кислотность, скорее всего, у вас, если запах идет, то с газом тогда. Добрый день. Вот, ну, вот это все, что я хотела вам сконцентрировать по глазам. Есть такие таблицы, знаете, они с разными такими разрисовками, что ты смотришь, и кажется, что эта таблица как кружится, там какие-то круги, вот это вот тоже для зрения очень так вот использовать. Вот, так что в любом случае витамины для зрения очень важны. На первом месте все равно мы ставим витамин А, витамин С, витамин Е, ну, витамин D, конечно же. Ну, вот опять же солнце. Пожалуйста, не забывайте о солнцезащитных очках, но я их не ношу, потому что я днем практически, ну, в тени нахожусь. Так, здравствуйте. Ну вот, наше время истекло. Можно было бы еще с вами поговорить. Ну вот у меня, например, с детства так называемое сумеречное зрение. Когда уже вечерний закат, вот эта серость такая, мое зрение очень резко падает. Это уже тоже говорит о... об особенностях физиологических, и все равно нам в организме не хватает тех или иных витаминов, когда вы находитесь на натуральном питании. Усвоить это все невозможно. Еще рекомендуют омеги разного вида, но обычно омега-3. Ну, это вы применяете или рыбий жир, или продукты рыбные, или в капсулированном виде. Называется, вот, стерео, да, Галина, это стерео, правда. Здравствуйте, ребят. Да, сегодня новолуние, денежная луна, я уже читала это все. Там вроде ж уже деньги считали на розовое полнолуние. Опять считать, разве что. Подписались. Спасибо, Елена. У меня второй канал «Домашний очаг с Мариной». Там много коротких видео. Видите, опять забыла, надо было сейчас коротенький ролик. Сейчас мы с вами сфокусируем это все. На коротком ролике я его выведу там в 3-5 минут. Так, сейчас минут.